Всем привет, друзья! При езде на велосипеде, работе на стройплощадке, да в совершенно разных ситуациях, например, стрельбе, вам может понадобиться надежная защита глаз. Американская компания 3M предлагает на нашем рынке большой выбор специальных защитных очков. Они могут иметь разный дизайн, быть затемненными или нет. Очки созданы, чтобы защитить ваши глаза от опилок, стружки, брызг, искр, да и вообще от быстро летящих мелких объектов. Так давайте проверим, насколько надежно работает эта защита. В нашем случае мелким быстролетящим объектом будет пулька, выпущенная из пневматической винтовки МР-512. В данном случае в винтовке установлена газовая пружина, и скорость пульки достигает 190-200 метров в секунду. Мы будем использовать голову дублера. Ее зовут Аня. Не спрашивайте, почему. Ну что, Аня готова? Поехали! Очки мы выберем из серии 3M Metallics с металлической дужкой. Также заявляется о защите от запотевания с обеих сторон линз, сделанных из поликарбоната. Цена таких же очков всего $11. Пульки трех типов. Стандартная, с твердым сердечником и облегченная, скорость которой где-то 220 мысов. Начнем с быстрой и легкой. Отлично! Очки целы. Пулька оставила вот такую ровную вмятину, особо не повредив линзу. А вот рикошет оставил скол на машине моего друга. Но это уже другая история. Пробуем пульку потверже. Ну, она еще и тяжелее. У очков выбило одно из креплений линзы, а на самой всего лишь небольшая ссадина. Прочность удивляет. Давайте в упор стандартный. Снова аккуратная вмятина и ничего. Ни трещин, ни сколов. По-моему, это просто отличный результат для очков за $11. Ну и еще разок с твердым сердечником. И опять ничего. Очки скорее развалятся, но линза выдержит. Ну и чтоб не оставалось сомнений в мощности пневмы, небольшой тест. Да, с пневмой все хорошо. Ну и как промежуточный итог, очечки защищают Аню куда лучше дощечки. Ну давайте попробуем разбить эту линзу чем-нибудь потяжелее маленькой пульки. Линза целая, от молотка осталась хорошая вмятина, но линза все равно целая. Прочность качественного поликарбоната приятно удивляет, и проведенная проверка просто заставляет уважать производителя и его качественный продукт. Вот лично для меня эти очки превосходят ожидания, и за деньги, которые стоят, а это примерно от 5 до $12 в зависимости от модели, являются очень выгодным приобретением и вложением в собственное здоровье и безопасность. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки и делитесь нашими видео. Мы тут, потому что вы нас смотрите. Спасибо.